Здравствуйте, друзья. Мы находимся на выставке Moscow Dive Show. Москва, гостиный двор. Стенд E8-1. Мастерская Бондарева. Павел Бондарев сейчас расскажет нам, какие прекрасные изделия он делает. Прекрасные ласты, моноласты, индивидуальные. Вот как индивидуальный пошив гидрокостюма. Это индивидуальная, уникальная вещь. Можно, да? Здравствуйте, мастерская Бондарева из Сибири. Работаем, производим моноласты, ласты для спортсменов-скоростников и для спортсменов-фридайверов. Моноласты производим из карбона, из обычного карбона, и либо подороже из припрега, предварительно приготовленного карбона. Производство все свое, никаких покупок со стороны, без добавленной стоимости, поэтому у нас адекватная нормальная цена. Вот. Принимаем заказы. Заказ изготавливается в течение 20 дней. Все по индивидуальным меркам, по индивидуальным размерам. Все для вас. Обращайтесь. Да. Вот для примера моноласта из предварительно приготовленного материала, припрега. Вот. Размер любой, от 35 по 46. Пожалуйста, заказывайте. А о том, чтобы больше узнать об этой хорошей продукции, поверьте, это качественная продукция, шикарные моноласты и ласты. Заметьте, здесь есть тоже прекрасные ласты. Я их видел в работе. В одной паре даже ласты я поплавал. Монку, к сожалению, я не одевал, не примерял ни разу. Не могу о ней ничего сказать. Но визуально сделано все на высшем уровне. Особенно качественно сделана калоша сама по себе. И у нас тут в интернете, в телеграм-канале возник вопрос по поводу аллергии на резину. Так вот, ну да, бывает, Павел, да, об этом вам подробно все расскажет на стенде E8-1 на выставке Moscow Dive Show. Москва, гостиный двор. Приходите. Павел Бондарев, карбон, карбоновые моноласты. Спасибо за внимание. До свидания, ждем вас.